Деревенские девушки принесли вам цветы. Что так себя не смело держит. Это моя двоюродная сестра. Она здесь по случаю свадьбы. О, прихорошенькая. Сюзанна, тебе не кажется, что она на кого-то похожа? Вылепи портрет. Ваше сиятельство, а я вам говорю, он здесь. Они его наряжали у моей дочери. Все его вещи так и остались. Вот его офицерская шляпа. Я ее вытащил из узла. Ты вот там, чтоб тебя наш офицер. О боже, вы как облучили. Я когда еще говорил, что это он? Итак, графиня. Итак, граф, я поражена гораздо больше, чем вы. Во всяком случае, в равной степени возмущена. Так, а утром? Ах, утром? Да, утром. А, да, в самом деле, было бы нехорошо с моей стороны продолжать отрицать. Он пришел ко мне, мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов сыграли. Ну, вы застали нас в тот момент, когда мы занимались его костюмом. Вы так вспылили, он скрылся. Я смутилась, и общий испуг все довершил. Господи ты, Боже мой.